Всем привет, друзья! Вы на канале Посмотри на игру, и мы продолжаем проходить Resident Evil Remake 3 с базукой. Так, мне больше вот этот ствол понравился. Так, откуда мы пришли? Здесь мы... О, травка. Травка, это хорошо. Сколько у нас уже? А, у нас только пока одна. Так, а чего эти шкатулках? Вот зеленый камень, искусственный изумруд, похоже, его можно куда-то ставить. Так, и еще одна шкатулочка. Синий камень. Его тоже можно куда-то ставить. Интересно, куда? Так, здесь что, взрывчатка? Взрывчатка нам не нужна. У нас есть базука, гранатомет, там все дела. Так, куда нам идти дальше надо? Спастись от существа. Мы от кого-то спасаемся, как я понял. Так, мы же вылезли с канализации, правильно? Мы вылезли с канализации, и я думаю, нам наверх. Так, ну раз мы съебываем, надо взять базуку, потому что не мезида, по-любому опять. Нихуя их тут, блядь. Да вот в базуке вообще огонь ходить, блядь. Раз, два, все, все лежат, нахуй. Давай, бегом. Так, так, это... Это точно не мезида был. Вон он. С огнеметом, блин. Так, куда бежать? Сюда, тут тупик. Значит, наверх, блин, нос чешется. Праздники или все-таки новогодние, как никогда? Кто бы он не чесался. Так, здесь что? Удержать. Понятно. Так, 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 так. Куда дальше? Куда дальше? А, вот лестница. Я уже думал, тупик. Блять, как он пугает постоянно. Это просто пиздец. Это тебя задержит ненадолго. Блять, тут все горит. Да ё-моё, я только тебя, блин, это... Давай, 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 красавица, бегом, 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 бегом. Прыжок. Все полыхает в огне. Давай, давай, быстрее, 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 блядь. Куда теперь, вот еще лестница. Просто все в огне. Сука. Давай, давай, вылази. Так, мы, блядь, все лезем выше, 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 выше. Здание горит. Так, можно здесь подсохраниться. И бежать дальше. Так, стой, 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 давай. Там какой-то дневничок есть. Почитать мы любим. Уведомление о задержке сноса. График носа изменен из-за продолжающихся народных волнений. По соображениям безопасности электрооборудование, включая генераторы, перемещено на крышу для хранения там. Вход на территорию закрыт до прекращения беспорядков. Просьба сотрудникам оставлять дома и ожидать дальнейших инструкций. Понятно. Так, 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 так. Куда нам? Понятно, она сама пошла туда, куда ей надо. Сука, опять он. Если ему эту бочку сзади подорвать, он, может быть, его пиздец ему будет, а? Сука. Так, куда дальше? Что нам теперь надо делать? Зеленая трава. Ты
еще не сдох? Бать, он просто уворачивается от каждого удара. Чё, это было все? Я убил Немезиду? Больно должно быть. А, давай, давай. О, молодец. Так бы еще и люлькой продавила, блин. Но мы убили Немезиду. Теперь нам больше нечего бояться. Так, чё, куда? Так, ну я понимаю. Карлос, это Джилл. Как слышно? Слышно хорошо. Ты в порядке? Да. Да, ублюдок мертв. О, заебись. На чем ты думала, делая из себя наживку? Тебя могли убить. Ой, не начинай. Так было надо. Понимаю и спасибо. Поезд готов, поторапливайся. Хорошо, а как нам тут пройти? А? Наверное, вот так. Блять, надеюсь, еще одна Немезида не появится. А тут мы сделаем проще вот так. Бах! Где еще один? Бах! Все? Путь открыт? Путь открыт. Так, 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 нам на поезд. Давайте еще здесь осмотримся немножко. То есть здесь ремонт канализации, дороги. Ганшоп. О, магазин оружия. Интересно, мы тут не были. Травка. Так, ну травка здесь, это, мне кажется, это не к добру. Скушаем одну. Самозарядный ствол, дробовик, патроны. Ну, я думаю... Блядь! Кендо, ты в порядке? Пиздец! Хуя ты меня испугал, бля, Кендо, ёбаный. Не знал, чего ожидать. Все путем. Слушай, все путем. Мы эвакуируем людей на метро. Ты с нами? Метро? Ну, хороший вариант. Как выберемся, нужна будет помощь. Твои навыки пригодятся. Что там такое, Кена? Что не так? Ничего, просто у меня, остались дела. Ну давай, иди деловой. Да. Ты это, не волнуйся с меня, я что-нибудь приду. Хорошо? Уж надеюсь. Ты оружейник от Бога? Да нет. Не натвори глупости. А ну, для этого же есть ты. Удачи, Кэна. Так, ключ от ворот Кенда. Пойдь на станцию, иди через служебный переулок у магазина. Ключ висит на стене. Короче, он, походу, там с каким-то зомбарем закрылся, наверное, кто-то из членов его семьи. Так, можно сохраниться. Патроны для чего? Для штурмовой винтовки возьмем. Так, ну базука нам уже, я думаю, не пригодится, можно со штурмового побегать. Немезиду мы уже грохнули. Так, что он там сказал на переулке? Ну, нам точно не вниз. А, ну вот здесь, через вот этот вход нам нужен. Вот ключ. Используем. Этого, я думаю, лучше сразу вот так вот
прострелить, то я сейчас пойду, и он... Ага, вон. Блять, я же говорил! Сука, я всадил тебя полобойму сначала. Вот эти вот вообще какие-то страшные, блядь. Ладно, попробуем в голову. Попробуем. Здесь что-нибудь есть? Здесь ничего нет. Так, ну, как я понимаю, наверх нам не пройти. Значит, остается один путь. Блять! Нихуя себе! Ну, чувак, ты сам напросился. Ты уж меня извини. Но... Против базуки не попрешь. Так, может, что наверху есть, интересно? Так, 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 отмычечка. Использовать. Взрывающиеся боеприпасы. Не люблю взрывчатки. Колонка писем Raccoon City, Raccoon Times. Дорогой редактор, пишу, потому что меня всерьез беспокоит кристалл Променейд. Это лучшее место в центре города для прогулок. С детьми на выходных. И нет магазина популярнее все время к кошелькам родителей, чем Toy Uncle. И трудно не заметить, что в ветреные дни большая статуя входа трясется, словно ее держит пара жалких винтиков. Если в людный день статуя потеряет голову, дети могут серьезно пострадать. Я уже в третий раз жалуюсь управляющему, но он не торопится что-то делать. Неужели мы не пошевелимся, пока не произойдет катастрофа? Нет уж. Пусть полечит, так только одна голова управляющего. Смертельную ловушку пора убирать. Тимоти Уэлл, 69 лет. Так, и что, все здесь? Больше ничего нет? Значит, нам надо в эту дверь. Так, где мы? Этого места я не помню. Блять, что это? Да ну нахуй, вы что, издеваетесь? Я же его убил, блядь. Как так, нахуй? Короче, надо съебывать. А куда съебывать, я хуй его знает. Это хуйло уже, блядь, с ракетницей на меня бегает. Блять, он сзади. Где ты, сука? Джилл, ты в порядке? Карлос, этот монстр снова вернулся. Шутишь, что ли? Думал, ты его убила. Я тоже. Сука, не успеешь ты меня выстрелить, нахуй. Так, блять, куда? Так, он сейчас, походу, откроет проход. А, ну вот. Мы просто перелетели через эту оградку. Давай, вставай, Джилл. Пора бежать. Так, я думаю, нам сюда.
Давай, Джилл, быстрее, он еще вернется. Так, где мы? Джилл, ты на связи? Я придумал, как избавиться от гада. Беги и как же, блядь? И привести его к вам? Все под контролем, поверь мне. Все в огне, блядь. Ну охуеть нахуй. Беги, ебаный в рот, охуеть. Сука. Вы погибли. Я и не сомневался. Ну охуеть. А теперь бежим отсюда, бля. Этот мудак где-то рядом. Блядь, бегом, 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 бегом. О, раньше здесь проход был закрыт. Что они там придумали? Эй, ты цела? Давай, беги! Уходим, забудь о нем! Ну сейчас-то он, наверное, мертв. Идем, валим отсюда. Доберись до платформы в метро. Так, что у нас со здоровьем, все хорошо. Так, зарядка. Карлос, я поначалу тебе не доверяла, но спасибо. Эй, ты же первая спасла меня. Ты куда храбрее, чем я. Давай, пойдем уже. Главное, что теперь мы всех отсюда вытащим. Да, ты будешь спасена. А как же ты? Судя по всему, я на поезд не сяду. Почему? Почему? Новые приказы. И если это поможет спасти город, то я в деле. Да. Отлично, твоя репутация вполне оправдана. Запрыгивай, поезд скоро уходит. Карлос, Тайрелл, у вас приказ. Возвращайтесь в город и отыщите Натаниэля Барда. Это же не последний рейс из города, да? Не волнуйся, как только высадим гражданских, поезд вернется. Все хорошо, езжай. Я не оставлю тебя в холодном и жестоком мире без Карлоса. Ага. Найдите этого ученого. Его вакцина может спасти всех нас. Ну вот, ты учишься. Важна лишь собственная жизнь. Удачи. Едем. Так, ну что, это конец игры, как я понимаю, или нет? Если что-то будет еще интересное. 29 сентября. Вагон метро. 2 часа 11 минут ночи. Неужели ты думаешь, что книжный червь вроде Барда все еще жив? Ну, у меня свои источники. А что? Ты
забавно, что безмозглые зомби смогли поймать в засаду наш взвод. Ворота ведь были закрыты. Забавно. Что это? Да ну нахуй! Почему это тёбок не сдох? Стой! Их нет! Давай, сюда! Николай, что ты творишь? А ему не я, но... Николай! Вот он, сука! Так, ну это еще не конец игры. September 29, 2034. Западные ворота участка. Прошло много времени. Поезд наверняка уже за городом. Поезд с твоей новой цыпой? Да не, брось. Она ведь такая. А, теперь мы будем за него играть. Это полицейский участок. Что у нас? А ты уверен? Понятно. Больше на кладбище похоже. Я думал, мы только за нее будем играть, а так это еще и за него. Так. Тут на туре кладбище какое-то, бля. Фред, стой! Тихо! Только не ты. Да в голову стреляй, бля. Вот придурок, блядь. Черт, закрыто. Займись дверью. А уебок на мне. А ну иди сюда! Да как так? Открыто! О, тут что-то... А иди карта. Карточка нам пригодится. Это может пригодиться. Где этот коп? Не знаю и знать не хочу. У нас приказ. Если наши данные не врут, то Барт в офисе Старс. Найдем его и арестуем. Так. Я думаю, сюда мы опять также возьмем ракетную обстановку. Это 100% нам надо. Так. Да, не нужна мне монета. Арестуем? Это же спасательная операция. Карлос, взгляни-ка. Еще интернет работает? Я нашел офис Старс. Учти, Барт в курсе самых темных тайн Амбреллы. И он понимает, что мы не на чай зашли. Что-то эта спасательная операция все больше похожа на задержание. Хорошо. Я учту. Я открою для тебя двери. Хорошо. Будь здесь и следи за участком. Сообщу, если что увижу. Интересно. Эй, будь осторожен. Ага. Так, ну по всей... А, вон нам куда. Ну это что такое? Армейский... Так. Протокол безопасности ID-карт. 16 сентября 1998 год. Каждому сотруднику полиции выдается ID-карта. С этого момента такая карта будет требоваться для
для доступа ко всем сейфовым ячейкам и допускайте попадание карты в чужие руки. Используйте ее с осторожностью. В случае утери карты, немедленно об этом сообщите отделами хозяйственного РПД. Понятно, карта. У меня есть эта карта. Использовать. И что там у нас? Патроны для штурмовой винтовки. 16. Нормально. Так. Так нам не сюда надо? Или сюда? Ты еще что за хрень? Туда нахуй. В таких случаях мы возьмем базуку. Явно не зомби. Охуеть. Эта игра все страшнее и страшнее становится. Решил свалить. Ну погнали. Против моей пушки никто не выживет. О, блять. А, это тварь, которую помню в обитель зла. Первый. А нет. Так, ну нам сюда. Так, за зомбари нету? Нету. Патроны взяли. Ти, прием. Тут какая-то жуткая хрень. Не знаю, что это. Жуткая хрень? Ладно. Послежу за камерами. Будь осторожен. Вот это я зашел, бля. Блять! Только ненавижу, когда они так подкрадываются. Как-то хуёво стрелять в копов. Ну да, тем более с базуки. Карлос, офис Старс впереди. Понял. Понял, принял, спасибо. Так, толчок. Здесь есть ящики. Сначала проверим на наличие зомби. Так, это что у нас? Устройство. Что? Давай, возьмем. Придется сделать бомб. Блять, а может мы просто возьмем вот такой ты. Вот такой бум сделаем, нет? Нихуя. Понятно, нам нужны батарейки. Блять, может быть здесь есть? Но мне кажется, раз здесь стоит C4, в каком-то из шкафчиков будут батарейки. Ёбаный рот, а здесь что такое? Это по-любому тут оно. Ты чё, ни один шкафчик больше не открывается? Как узнать код? Так.
еще есть. Вообще ничего подобного нету. Ладно. А, опа. Дописка другу. Гектор, если ты это читаешь, значит, меня уже нет живых. Если услышишь любые звуки из шкафчика, не открывай его, пожалуйста. Пока ты патрулировал, я продумал, как нам пробраться, выбраться на ту сторону, и понял, что лучший вариант пробить проход взрывчаткой. Мне удалось собрать неплохую бомбу, но у нас нет батареи или детонатора, а ведь они тут точно где-то лежали. Но их, видимо, отнесли в комнату хранения на прошлой неделе во время уборки. Если мы хотим пробить стену, без батарейки не обойтись. Так что я пошел наверх за тобой, раз у тебя был ключ от комнаты хранения. Сразу на выходе из душевой на меня напали, один из них сумел укусить. Я как смог промыл рану, но чувствую себя все хуже и хуже. Надеюсь, тебе не надо разъяснять, почему нельзя открывать шкафчик. А земля, не волнуйся, просто выбирайся отсюда как можно быстрее. Твой друг Уэс. По стрикту, не переживай насчет тех 600 баксов, что я тебе одолжил. Читаю это подарком на переезд. Удачи, приятель. Так, ну тут что-то я... Ничего такого не было. Твой друг Уэс. Не стоит. Может быть, Уэс... Нихуя. Так, ладно. А, ну вот на пройти. Нам нужно найти батарейки. Найдем батарейки, проломим стену и пройдем дальше. Так, о, ключ. Я думаю, ключ нужен. Блять, вот как вот... Почему я не могу выкинуть это вот? Выбросить? Да. Все, нахуй не надо. Мне лучше ключ взять. Ключ мне точно пригодится. Штурмовой винтовки. Ящик. Тут, блядь, пароли, нахуй. Нихуя так не получится. Блядь, так это все тупик? Как узнать пароль? Будем у него зертюк. Так, я думаю, надо брать базуку. А здесь я... Здесь я, похоже, не был. Здесь что-то и будет, что-то вроде батарейка. Так, ствол хранить, нож хранить. Там места и так нету. Так, а тут у нас нету батарейки в нашем шкафчике. Пистолеты, монеты, нет. Так, вот это тоже можно здесь хранить. Сохранимся. Так, ну что, ребят, будем заканчивать наше видео. Завтра будет дальше прохождение. Не забудьте подписаться на мой канал, поставьте лайки,
Дальше будет много всего интересного. На этих праздниках пробую выкладывать почаще видео. Все, всем спасибо и пока.